Егор Борисов встретился в Москве с президентом компании «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым. Главной темой разговора стало обсуждение сотрудничества. На этот раз главу Якутии интересовали предварительные итоги работы «Сургутнефтегаза», а также планы компании на следующий год. Егор Борисов получил подтверждение позитивной динамики по добыче нефти, что служит основой для улучшения прогноза социально-экономического развития республики. Также речь шла о поставках нефти для нужд республики, участии компании в строительстве социально значимых объектов. В целом, хотя в республике экономическое развитие идет достаточно стабильно, но есть определенные проблемы мировой конъюнктуры на нефть и на другие ресурсы. Сегодня очень неустойчивый курс доллара, и это влияет на определенные результаты деятельности таких крупных компаний, как «Сургутнефтегаз». Речь идет о прибылях, речь идет о других объемах, которые сегодня необходимо для нас представить, для того, чтобы формировать свой бюджет, свои планы на 2018 год.